изначально вопрос, как получить ИНН. Чтобы получить ИНН, нужно прийти с паспортом, без симки, без всего. Можно прийти просто с одним паспортом, миграционное. Это нужно сделать в ближайший месяц, в котором вы прибываете. Вот и все, просто приходите. Вам говорят, приходите там через столько-то дней. Но говорят, что если ситуация экстренная, они могут делать в течение суток это ИНН. Номер телефона не обязательно. Вот и все, собственно. И у вас ИНН, и уже вы можете поменять деньги, купить сим. Все, вы практически человек здесь.